Привет, криптоманы! С вами я, Олег Портовый, с обзором на бесплатную раздачу криптовалюты в Estate Protocol Airdrop. Estate Protocol – это первая в мире торговая площадка для NFT, поддерживаемых недвижимостью. Estate Protocol – это платформа, которая устранит трение с инвестициями в недвижимость. За участие в Airdrop мы получаем токены Estate, общий пул Airdrop 1 миллион токенов. И после окончания аирдропа этот миллион токенов будет разделен между всеми участниками. Аирдроп завершится 3 сентября и раздача токенов начнется с 10 сентября 2021 года. Токен у нас в сети Binance Smart Chain, и для его получения вы можете использовать кошельки Trust или MetaMask с настроенной сетью Binance Smart Chain. Смотрите обзор до конца, чтобы вы правильно смогли выполнить задачи. Итак, мы переходим по ссылке, нажимаем «Старт», далее нажимаем «Join Airdrop», далее нажимаем «Да», соглашаемся. После этого вводим свой адрес электронной почты, далее свое имя пользователя в Твиттере. После этого у вас появится вот такое сообщение, вам нужно будет подписаться на страницу Твиттера и сделать ретвит указанного поста. Переходите вот по этой ссылке, нажимаете на пост, открывается сам пост. Вы здесь нажимаете «Читать», подписываетесь на страницу, далее ставите лайк, здесь нажимаете «Ретвитнуть» и обычно в сообщении я пишу короткий комментарий. Далее возвращаемся на страницу Airdrop, переходим по следующей ссылке, вот по этой «Estate Protocol», и присоединяемся к Telegram-группе. Далее нас просят прочитать их технический документ, чтобы ответить на вопрос в викторине. Вы можете перейти по ссылке, посмотреть их технический документ. И в боте мы прописываем слово «ОК» и нажимаем «Send». И нам нужно будет ответить на вопрос, для чего можно использовать токен Estate на платформе. Нам предлагают 4 варианта ответа. Вы нажимаете D, это правильный ответ. Появляется сообщение, что ответ правильный. И вам нужно будет в бот отправить свой адрес кошелька Binance Smart Chain. После этого появляется вот это сообщение. Ваш адрес добавлен в список раздачи. Следите за объявлениями результатов в нашей учетной записи, Twitter и сообществе Telegram. И на этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки. Подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. И помним, что под лежачий камень крипта не течет. Всем удачи, пока!